и вот зал Пикассо здесь. Да, здесь, конечно, в этом музее. Пикассо отдали главенствующую позицию в данном музее. Фигуры у моря. Здесь его скульптуры. Ну и здесь вот скульптура Пикассо «Женщина с вазой» тоже выставлена. Да, тут в основном современное искусство. И некоторые вот шедевры Пабло. Здесь тоже выставлены. Вот еще одна, назовем ее скульптура, композиция Пабло Пикассо. «Женщина в саду». Ну, конечно, здесь сложно определить женщину. И цветочки видны. Так, а что это за чудо у нас? Что это у нас за чудо? Это Пабло Пикассо. Пловец. Ну, в принципе, как на уроке рисования мы тоже рисовали вот такие вот. Вот такие вот штуки. А это Пабло Пикассовский пловец. И вот для Пикассо даже необычная картина. Ну, как по мне. Тут хоть более-менее человеческое лицо просматривается. Музыкальный инструмент на столе. Поначалу я подумал, что это зайчики, а это музыкальный инструмент на столе. Ну вот как вот можно их сравнивать? Пикассо, Дали, Миро, если это совсем разные вещи. Хотя Пикассо всегда считался мэтром. В чем прикол, непонятно. Вот здесь, кстати, проглядывается портрет женщины. Like a mother.